Неправильно только, что наши войска туда водят. Остальное все правильно люди делают. Не испугались, поднялись. А как вы считаете, почему они поднялись? Ну, потому что цены сейчас какие бешеные. За коммуналку даже у нас в городе одну, сколько, по 14 тысяч даем. Так никто же не поднимается. Ну, потому что пока ждут, сейчас дождутся и все встанут. А вы верите, что это внешние силы, какие-то, какой-то Запад там или еще кто-то? Нет, нет, сами люди встали. А вот беспорядки там, витрины бьют. Ну, это дебилы. Скажите, вы бы пошли воевать в какую-нибудь другую страну, чтобы защищать чужой народ или чужой конституционный строй? Нет, у меня есть своя страна, где я должен защищать. А в чужую страну туда вообще нечего суваться. Там свои пусть разбираются.